Вы знаете, дорогие мои друзья, я недавно посмотрел очень тяжелое для меня видео. Маленький ребенок, у него опухоль в головном мозгу, им очень больно, и он практически умирает. Но он мужественно это все переносил, переносит, видно в видео, как он. И я обратил внимание, он постоянно что-то пишет. Листочки за листочками, он что-то пишет. И вот это вот то, что он делает, да, сыграло для меня толчком к созданию этого видео. Я понял, что то, что делаю я, то, что это тоже правильно. Вот ребенок, маленький ребенок, который скоро умрет, он, дабы заглушить боль, что-то пишет. И я решил для вас вот сделать видео, как я борюсь с подобными вещами. Количество болей для меня, оно огромное. Видит это только Настя и я. И я заметил, что меня спасает, знаете что? Я делаю четки. Вот четки. А видно, да? Да. Хорошо видно, Настя, да? Я, наверное, Настю немножко задолбал, потому что я эти четки делаю, переделываю, связываю это самое ноу-хау какие-то, как сделать этот замочек, как это заморочиться. Вот это вот снимает мне болевые ощущения. Поэтому те, кто встал на путь исцеления, да даже и духовного, я советую, делайте что-то, найдите какое-то занятие для рук, оно очень сильно отвлекает. И иной раз чувствую, что боль уходит. Вот даю вам честное слово. Ой, микрофон, петличка. Вот так вот. Такой вот совет. На сегодня все, друзья мои.